книге пророка Захарии сказано: «Просите дождя во время благопотребное, и Господь блеснет молнию, и каждому даст дождь и злак на его поле». И мы будем молиться о пробуждении в Украине. Аминь. Будем молиться об излиянии этого Божьего дождя, излияния Духа Святого, чтобы Украина поднялась. Аминь. Чтобы не только земной урожай мы праздновали, но праздновали урожай душ человеческих. Поэтому давайте мы еще продолжим молитву. Дорогой Господь, мы сердечно благодарим Тебя за все Твои благословения, но мы жаждем большего. Мы жаждем, Господь, излияния Твоего святого дождя. Мы жаждем, Господь, того урожая, чтобы были пожаты миллионы душ в этой земле. Дорогой Господь, блесни этой молнией. Пошли, Боже, этот дождь и дай каждому злак на его поле. Дай каждому урожай, Боже. Пусть, Господи, наши житницы будут наполнены. Пусть, Господи, наши лодки будут переполнены рыбою. Пусть, Господи, Боже, подточили будут наполнены вином, Боже. Пусть будет достаточно хлеба и физического, и духовного. Пусть Твое благословение покроет нашу землю. Дорогой Господь, мы жаждем, мы просим и мы благодарим Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь.